Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду запекать рыбу. У меня голец из отряда лососевых в лаваше с овощами. Из овощей я беру 2 помидора, 2 луковицы, болгарский перец, 1 морковь. Из специй я беру паприку красную и приправу для рыбы. И вот у меня здесь семена кориандра, морская соль и оливковое масло. Итак, сейчас за кадром я подготовлю овощи. Сегодня я буду обновлять свою новую керамическую огнеупорную форму. Все ингредиенты подготовлены. Томаты нарезаны колечками, лук тоже, морковь тоже и перец дольками небольшими. Теперь я уложу просиликоненную бумагу в форму. Я уложила тонкий лаваш на просиликоненную бумагу. И теперь я слегка сбрызну оливковым маслом. Ну, кто хочет, может просто растительным. И смажу кисточкой лист лаваша. Здесь будет лежать рыба. Теперь я выкладываю кольцами лук сюда. Посыпаю кориандром натертым и паприкой сладкой. Так, теперь я выкладываю морковь кругляшками. Теперь я уложу слой сладкого перца всех цветов. И красный тут у меня, и желтый, и все. Так, пока отставим в сторону. Рыбу я надрежу в нескольких местах. С этой стороны и также с другой. В разрезы я положу укроп. Как мы все знаем, укроп очень любит рыбу, и рыба любит укроп. Вот так положу я и в брюшко тоже, и в брюшко положу укроп. Теперь я сдобрю рыбу приправой, специальной для рыбы. Она очень вкусная и душистая. У нее великолепный состав у этой приправы. И также поступлю и с другой стороны. В приправе есть и перец, и соль, поэтому отдельно солить я не буду. Так, укладываем рыбу на овощи. Мне пришлось отрезать и голову, и часть хвоста, потому что рыба так не помещалась. Так, теперь мы должны смазать оливковым маслом слегка рыбу сверху. И выкладываем остальные овощи теперь поверху. Поверху, с боков полностью. Все закладываем овощами. Слегка солю морской солью овощи сверху.
посыпаю кориандром и накрываю лавашом. Опять посыпаю кориандром, накрываю лавашом, и самый верх лаваша я смазываю тоже оливковым маслом. Получится так, что верхний слой лаваша будет хрустящим, а нижний пропитается и будет влажным и очень вкусным. Вот так. Духовка у меня уже нагрета до 190 градусов. И я сейчас на 25-30 минут ставлю рыбу запекаться в духовку. 30 минут уже прошло, и я открываю рыбу. Убираю лаваш. Как в стеклянных формах, так и в этой красивой керамической форме можно подавать блюдо, поэтому я его выкладывать не буду. Вот единственное, что я сейчас сделаю, я не поливала лимонным соком до выпекания, потому что считаю, что лимонный сок при тепловой обработке, он теряет и все витамины, и всю пользу. А полью вот сейчас рыбу лимонным соком. Галет запечен, полностью готов, прекрасный, вкусный, с овощами. Вот я украсила его помидорами, укропом и желтым перцем. На этом все. Благодарю вас всех за внимание. Всего вам самого доброго. Делитесь моими видео в соцсетях, пишите комментарии обязательно. Нравится вам или не нравится. До скорых встреч. Всего вам самого доброго. До свидания.